А тут еще и хорошие силовые приемы в исполнении новосибирцев. И подходим мы потихоньку к середине первого периода. Передача на Буйницкого. Проходит Буйницкий за ворот. Забивает «Динамо». Вот это да. Ну как-то там очень долго перемещался Харисятарев в воротах. Буйницкий спокойненько их объехал и в пустые отправил эту шайбу. 1-0. «Динамо» Минск забивает. Вот эта передача на Буйницкого проходит. Он обкатил ворота и спокойненько положил шайбу в пустой угол. Ну и хороший вот такой пас неудобной руки получился в итоге от Романа Горбунова на Дмитрия Буйницкого. И вот видите, здесь обманули. Обманули Сятари, и не успевает он помешать Буйницкому поразить собственные ворота.